продолжение молодежной темы. Выпускники 4-й школы выступили с инициативой проведения в Губкинском велопробега. Глава города поддержал эту идею. Первое обсуждение этого вопроса состоялось в неформальной обстановке на велосипедной прогулке. После в кабинете у Валерия Лебедевича. Исходя из нашего разговора, который был на велосипедах, вот я уже в пятницу собрал своих помощников, обсудили ваше предложение по организации и проведению велопробега 12 июля. Ну и, в общем-то, в принципе, пришли к решению, что это обязательно нужно поддержать, такой велопробег. Мы просто катались, увидели главу города, решили присоединиться с друзьями на велосипедах, прокатились. И потом как-то прозвучала такая идея устроить велопробег, посвященный Дню России в год 70-летия. Ну и вот сегодня, собственно, собрались и обсудили эту тему. Стартовать участники планируют 12 июня в 13:30 от площади Воинской Славы. Затем проедут по улицам города. Завершится велопробег на площади у Дома культуры «Олимп», где состоится праздничный концерт. Как отмечают инициаторы пробега, сегодня велосипедные прогулки набирают в городе все большую популярность. Я думаю, достаточно много людей будет, потому что у всех есть желание как бы проветриться, прокатиться на велосипеде. Я думаю, никто против не будет. Валерий Владимирович сказал, что будет участвовать в этом велопробеге, так сказать, поддержать молодежь и всех участвующих. Атрибутом праздника по традиции станут триколоровские и георгиевские ленточки. Как заверили участники встречи, велопробег состоится при любой погоде.